Молодые ивановские активисты вышли сегодня на центральную площадь города, чтобы отметить День государственного флага страны. 22 августа 1991 года было принято постановление считать трехцветное полотнище официальным национальным флагом России. Законом же отцом триколора признан Петр I. Он сам начертил образец и определил порядок горизонтальных полос будущего символа государства. В каждом городе уже нашей страны прошли мероприятия, посвященные данному празднику, и наш город это не исключение, поэтому мы сегодня постарались собрать как можно больше молодежи, показать им, что праздник этот нужно отмечать, отмечать именно с достоинством, то есть ценить свой, будем так говорить, ценить свой флаг и достойно его пронести над своими головами. Участники патриотической акции пронесли два полотна триколора вокруг фонтана, а после запустили в воздух 150 бело-сине-красных шаров, надеясь таким образом привлечь внимание жителей и гостей города. У нас буря эмоций, мы очень счастливы, мы очень любим свою страну. Мы гордимся, что такой праздник сделали. Мы почтим память этому флагу, это очень здорово. Такие акции нужны для воспитания молодежи, чтобы люди знали свой флаг, знали свой гимн, знали свою Россию как государство. Я в этом году иду в первый раз в школу. И горжусь тем, что живу этой страной. Белый – благородство, синий – верность, красный – мужество и любовь. Таково официальное толкование цветов государственного флага России. Организаторы надеются, что их акция вызовет не только внезапный прилив чувств к своей стране, но и желание изучить ее историю. Инна Сардейская, Алексей Гарин, РТВ Иваново.